Приветствую зрителей своего канала. 15 августа 2022 года, 17 часов. Пошел в городской лес, в общем, хотел записать видео, потом не стал. Смотрите, что нашел. Я вначале потрогал, в общем, думал, серый гриб и старый, а оказался белый. Трава тут все мешает. Видосик записать. О. Четко, да, ребята? Кстати, белые грибы можно есть сырыми. Белые и лисички. О. Четкий. Запах какой. Ножка. Сегодня жарили грибы. И походу еще сегодня будем жарить. Так, ну это я оставлю, да? Можно еще вот так вот сделать и пораскидывать. Многие, кстати, говорят обычно пораскидывать. Только-только вот буквально зашли, так скажем. Не особо тут грибочков. Это прям вообще, то есть за гаражами. Так, ну вот, очистил. Городской лес. Ну, это так. В общем, за гаражами. Так скажем, помойка. В общем, можно назвать видео даже «Собрал грибы на помойке». Или там как-то в городском лесе, да? Ну, смотрите. Сколько дела. Вот он. Вот он белый. Вот белый гриб. Какие. Эти сразу втроем были. Нет, этот отдельно. Эти. Три таких. А вот он. Нормально, да? В городском леске. Среди всего этого. Ну тут очень много, видите, железа, проводов. Очень много. Разные бетонные конструкции. И вот растут грибы. Кажется, дождь начинается. А парни, вообще два парня встретили. В общем, треть пакета за 15 минут насобирали. Но они только маленьких берут, только красных. Черный грусть, но я не буду брать, потому что вчера выкинул. Может, кто собирает, так пусть берут. Так, на пути преграда какая. Да, так-то вообще, конечно, не считая мусора, то походить прикольно. Кстати, нашел заброшенное одноэтажное здание. Вот. На днях схожу и сделаю его обзор. Обзор этого здания. Одноэтажное. Там еще
типа как этот самый. Ну, в общем, здоровая такая емкость бетонная, полукруглая, в общем, там много воды и жидкости. Металл, что ли. Ну, люди также ходят, то есть за гаражи, так вот в лесок, на шашлыки, на все это дело. О, что я нашел? Нормально. Скворечник. Сейчас кто-нибудь выскочит оттуда. Так. Что тут такое было? Колодец старый или что? Вот тут с металлоискателем на цветняк, если поискать, то вообще не знаю, как землянка или что, блин, очковая, если дело. Нора такая. Мало ли там кто-нибудь. Не знаю. Скорее всего, старый дом, смотрите, какой-то. Блин, если честно, немножко... Немножко заблудились. Хоть и дорога есть асфальтирована, но я не знаю, куда она идет. Бетонные столбы какие-то. Видно, дом планировали строить здесь или что. Нет, да. Меня не надо. Вот с нее вам не надо сворачивать. Бей именно протоптан, а вот так вот засилить. А, все, 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 хорошо, окей, окей. И все, и дальше увидите гаражи, и там уже магнит. В общем, немножко заблудились там. Молодежь гуляет, снимать уже не стал. Вот. Хотели по геолокации показать. Я же с паузой снимаю. В общем, направили на тропинку. Вот, в общем, все нормально. Дойдем. Дойдем это дело. Так, вон еще. Время, кстати, 17:50. Не помню, во сколько ролик стал записывать. Давай немножко сфоткаю хоть. Сфоткаю. Да. Нормалек, да? Да, да, четко и там еще. Вон парни тоже нашли два белых грибов. Уже полпакета красноголовиков. Буквально за 30 минут. То есть даже больше, чем полпакета. Только этот самый срезают. Так что... Вот так вот. Ну, народу много ходит. Вот. Как это я в родных пенатах-то, да? Чуть заблудился, ну. Вот сюда, вот по этой, в общем. По протоптанной четкой тропе. Да-да-да, в общем, вот так вот все. Ровно все, выйдем. Ну, вот этот еще завод, кстати, про который я говорил, заброшен. Вот хочу его отдельно прийти. Поснимать, но это надо где-то в обед, надо днем идти, то ближе к вечеру много молодежи тусит. Оказывается, вон все, вот уже, кстати, гаражи, вы видите, поэтому вообще, оказывается, все близко, и здание близко. Ну, на днях, в общем, видеоролик запишу. Так что как-то я здесь давненько снимал, когда только начинал видео записывать. Но я делал обзоры гаражей. Вот, а тут еще. А тут еще плюс. Грибов нарвать. Ну, вообще, в общем, все близко. Ладненько. Спасибо за просмотр. Пишем больше комментариев. Подписываемся на канал. Всем до новых встреч. Отдельно, кстати, хочу мухоморов набрать. Засушить.
Надо будет только не газету, а бумагу, именно бумагу, чтобы она жидкость впитывала. Вот. Ну, выходить-то было близко все. Смотрим также плейлист.